Для студентов необходимое общежитие на 650 мест. Такое заявление сделал заместитель акима области Жасулан Бисембиев. В областном центре в 28 учебных заведениях обучается 28 307 студентов. В свою очередь имеется 21 общежитие для студентов. В этот раз с 2020 года по 2022 год введено в эксплуатацию 7 студенческих общежитий на 810 мест. Сейчас существует потребность в общежитии на 650 мест для студентов, включая университеты и колледжи. В связи с этим изучается вопрос строительства общежития на 150 мест для Атыравского аграрно-технического колледжа имени Кушекова. Кроме того, рассматривается вопрос по сносу аварийного общежития номер 2 и строительства нового здания в Атыравском университете имени Халела Досмухамедова. По данным Бисембиева, это пятиэтажное общежитие было построено в 1972 году. В январе текущего года установлено, что здание общежития находится в аварийном состоянии.